108 семей ознакомились с планом участков в деревне Труфановка кубинского поселения. В порядке очередности они сами смогли выбрать участок. К слову сказать, это 10 соток. Многие семьи уже знают, как будут распоряжаться землей. Нет ни дачи, ни загородного дома, ничего нет, поэтому с детишками будет куда выехать на природу, поработать, отдохнуть детям тоже как бы. Большое подспорье будет для семьи. 4 года назад эти семьи встали на очередь. Тогда немногие из них верили, что действительно получат земельные участки. Супруга верила изначально, я нет. Ну, вправе был сомневаться. Ну, как, вот факт, факт вот в руках. Надеемся, что будет что-то хорошее. Всего на встрече раздали 67 участков, еще от 12 официально отказались. Согласно закону, теперь осталось только согласовать список семей, получивших земельные участки, с правительством региона. Эта процедура займет не больше 2 недель, после чего семьи получат официальные документы на собственность и приступят к освоению территории. Земля находится в городском поселении Кубинка, в деревне Труфановка. В следующем году администрации будут закладываться в бюджет деньги для проведения дорог и для проведения линейных объектов в части света. Участки находятся в лесу. Многие семьи уже съездили и посмотрели территорию своего будущего поселка. Она им понравилась. Теперь нужно копить деньги, чтобы строить дом и переезжать в живописное место всей семьей. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».